Всем привет, с вами Megaobzor.com. Сегодня с вами протестируем видеорегистратор Navitel R250 Dual. Он поддерживает режим двухканальной съемки, оснащен матрицей Night Vision GC2053 с улучшенным качеством съемки при слабом уровне освещения. К моменту публикации продажи новинки стартовали, рекомендованная стоимость 5000 рублей. Ее стартовый набор включает зарядное устройство, прикуриватель, крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя, код для активации навигационной программы Navitel с набором актуальных карт, гарантийный талон. Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе из черного пластика с закругленными углами. Сборка проведена без огрехов. По центру лицевой стороны выведена объектив, собранный из группы стеклянных линз угла обзора 140 градусов. Контролировать съемку и проводить настройки можно с помощью двухдюймового TFT-дисплея с разрешением 320 на 240 пикселей. Справа от дисплея расположены механические кнопки управления. Для удобства маркировка нанесена на сами клавиши. Зафиксированы в корпусе хорошо, нажимая с небольшим усилием. С помощью них, помимо традиционного набора действий, можно переключать изображение между камерами. Так можно вручную перепарковкой перевести на вторую камеру для контроля слепой зоны. Отдельно отмечу автоматическое выключение экрана через заданный интервал времени. На основании Navitel R250 Dual слот под карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопительным объемом 64 ГБ. На верхней грани порт питания microUSB и гнездо для подключения внешней камеры. Длина кабеля питания и второй камеры за пазом. На стекле фиксируется с помощью вакуумной присоски. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Внешняя камера выполнена в виде тубуса. Угол обзора 100 градусов. А в режиме настроек пользователь сможет выставить дополнительные параметры съемки и работы самого видеорегистратора. Меню на русском языке. Сами заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после покупки. Оснащен видеорегистратор высокочувствительной матрицей GC2053 Night Vision. Обрабатывает изображение процессор AC5401. Ролики пишут разрешение Full HD на основном канале и HD на втором. Распределяются файлы по двум отдельным папкам. Качество съемки хорошее, но более детально вы можете изучить по ссылке в описании к этому видео, там текст обзора можете посмотреть в полном тайминге. Как итог, получаем видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки, с хорошим качеством, дневное и ночное время, поворотное крепление, скрытый монтаж, поворотную вторую камеру, поддержка емких карт памяти, широкий угол обзора. Полезным бонусом отнесем код на программу Navitel с картами. С удовольствием обсудим с вами Navitel R250 Dual. Лайк, подписка приветствуется, пока-пока.